И это очередное наше гуляльное видео с поиском старого памятника, про который писал один из подписчиков. Всем привет! Мы не планировали записывать серию этих видео с памятником у первой школы. Мы вообще сняли чисто для моих знакомых ребят с Москвы, чтобы им показать, где я учился. Мы даже не рассчитывали, что его разместят в Камешковской группе и что к нему еще люди будут писать комментарии. И по просьбе снять видео про памятник, который стоял раньше вот здесь, коммунистам, сейчас мы его попробуем найти. Надеюсь, вот эта тропинка ведет туда. Раньше здесь было сосен больше. И даже когда я был в школе, мне с первого раза никогда не удавалось найти памятник, потому что я до него все время не доходил. Последний раз, когда я его видел, этот монумент валялся просто тоже на земле, и, возможно, от него вообще ничего не осталось. Походу, здесь чье-то место тусов. Да. Здесь кто-то тусил. Вот что, видишь, здесь какие были деревья. Ну, это я Сереге говорю. Зрители наши местные знают, что здесь было. Тут раньше стояло, не знаю, как ее правильно назвать, но там делали бетон, подъезжали эти машины, его туда загружали. И относительно этой постройки памятник-то был вот уже где-то недалеко. Мне давно кто-то показывал его, но это уже, наверное, прошло лет 15. Возможно, мы его и не найдем. Но потом мы дойдем до памятника, который им поставили второй. Он на старом кладбище. Вот этих деревьев точно раньше не было. Если они и были, то это были очень маленькие кустики. Вообще, этот парк построен был при моем прадеде. Бабушка рассказывала, здесь были карусели даже. А потом, что произошло уже с этим парком, я не помню. Как сделали сквер, видимо, этот парк стали немножко, наверное, забывать, что ли, про него. Я вообще эту местность не узнаю, потому что реально столько лет прошло. Так, здесь осторожно. Здесь опять чье-то место. Но там прям все равно должны хотя бы были остаться какие-то кирпичи. Комарья здесь, конечно. Угу. Комарья тут достаточно. Ну, это мы с тобой крутанулись. Ну да. Мы вышли на то же место. Но с другой стороны. Пришли. Тогда обратно. Выключай, пока.
здесь вообще все завалено. Здесь даже непонятно. Слушай, но мне кажется, ну раньше около него были кусты. Сейчас это должны быть большие деревья. Логично. Давай сейчас вот так обойдем и зайдем с той стороны. Вот посмотри, здесь не пройдешь. Ну да. Ну, по крайней мере, я точно. И это уже близко к железке. Мне кажется... Слишком близко, да? Он был чуть дальше от железной дороги. Ну, я и говорю, мы слишком близко к железной дороге. Да. Ладно, будем искать дальше. Ну что, еще одно просто место пьянки? Да. Кто-то здесь тусил. Ну, я и говорю. Кирпичи. Но... Но в итоге даже намека на памятник нет. Да, нет, согласен. Ё-моё. Нет. Нету, нет. Нет, это слишком близко к железной дороге. В общем, наверное, ничего не осталось, я думаю. Ну тут вон фанфурики. Фанфурики. От иллюминатов распевают с треугольником. 100 миллилитров, кстати. Ну, не знаю. Там... Иллюминаты спаивают Россию. Ладно. Выключай. Надеюсь, надпись была хорошо. Да, да, да. Я именно от этого и поржал. Так, я выключаю? Да, да. Даже намека нет. И железка все-таки близко. Хотя относительно старой школы, вот где-то здесь. Был. Был. Ну что, тогда возвращаемся. Ну мы сейчас пойдем к новому. Пока выключай. Сейчас еще просто так походим. Без камеры. Конечно, сейчас будет спорный вопрос. Изменилось все. Этот памятник стоял коммунистам, которые разрушили церковь. Вот. Есть фотография. Я предполагаю, что это вот те люди, которые рядом с колоколом сброшенным. Это они. Оказывается, здесь уже тоже все давно переделали. И здесь нету того памятника, который стоял из кирпичей. Вот теперь это место выглядит так. И вот, судя по всему, им венки погибшим за революцию. Вот здесь я раньше ездил на велосипеде, а сейчас здесь смотри, какая дорога. Похоже, тут делают дорогу. Неужели на Ивановской в коем-то веке будет асфальт? Прикольно, да? Чего-то бычатник стал совсем маленький. Либо я стал слишком большой. Типа того. Ну что, пойдем дальше? Запомнил, где мы ходили, да? Сам сможешь здесь пройти? Да. Ну и все. Раньше здесь вроде как можно было вот так пройти. Но сейчас тут что-то ничего не понятно. То ли огород у кого-то открыт, то ли чего. Сейчас мы посмотрим.
Не, здесь уже нет прохода. Нет. Выходим назад. Как будто мы домой к кому-то зашли. А раньше можно было здесь пройти. Ну, что ж ты поделаешь. Просто почему я снял целиком дорогу, чтобы к нам не было потом претензий, что мало ли что-то пропало или что-то, что мы как бы вообще тут не при делах. Слышишь? Давай.